В минувшие выходные на заправке «Роснефть» в Видном заработал мобильный туристический центр. Здесь можно было узнать о самых интересных достопримечательностях Московской области и проекте «Зима в Подмосковье». Всем заинтересовавшимся мы дарим вот такие путеводители. То есть вначале у нас расположены города. Если кто-то проезжает мимо какого-то из городов Московской области, он может посмотреть в путеводителе, что можно посетить. Совместная акция Комитета по туризму Московской области и сети заправок «Роснефть» 18 и 19 декабря одновременно проходила в 5 городах региона. Проверить работу мобильного центра в Видном приехал министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко. В 15 крупных автозаправках «Роснефти» мы разместили небольшие ТИЦы информационные, которые рассказывают о том, где можно хорошо отдохнуть, о достопримечательностях и возможностях Московской области, о том, что хороший, качественный отдых не так далеко. Посетители мобильного туристического центра также могли стать участниками сразу 2 лотерей и выиграть дорожный набор, а также уикенд на 2 в топовых подмосковных отелях. Для этого, да, нужно сделать фотографию и написать, какое бы из мест Подмосковья вы бы хотели посетить и указать 3 причины, почему. 25 и 26 декабря такие мобильные туристические пункты заработают в Одинцове, Рузе, Серпухове, Подольске и Наро-Фоминске. Напомним, что о достопримечательностях Подмосковья всегда можно узнать на сайте проекта «Зима в Подмосковье» welcome.mosrec.ru. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.